Гомельская областная универсальная библиотека рыхтуется до проведения Дня библиотек. Сегодня в 21 тут стартует литературный дилижанс. Подобное мероприемство в областной универсальной библиотеке пройдет в четвертый раз. Программу сегодняшней библионочи распрацовывали усим коллективом. На протягу 3 часов удельники смогут наведать разностайные выставы, встретиться с героями знакомитых романов, сгулять у литературным казино, а так само поглядеть на фейерверк с комедийных спектаклей у постановки Народного аматорского театра областной библиотеки и поспробовать ежу с меню литературных героев. Литературный дилижанс будет сопровождаться живая музыка и танцы народов света. Приглашаем читателей попутешествовать по разным странам, познакомиться с разными героями. И для этого создаем, естественно, антураж, такую обстановку, приближенную к тем странам, где они побывают. Допустим, в отделе литературы на иностранных языках у нас площадка будет посвящена произведению Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». Там мистер Фок, главный герой, вот он будет на этой площадке главным, и там будут путешествия по 5 странам.